Это мой холодильник, и вы видите, здесь все заставлено готовой едой в контейнерах. Давайте смотрите, видите? Вот творожная запеканка, разные овощные салаты, курица, мясо, паста, рис, много-много всего. Полный холодильник еды. И я могу отдыхать целую неделю от готовки, от кастрюль, от сковородок, от плиты и тряпки. Такая это красота. Я очень довольна, немножко устала, но зато буду отдыхать следующие 6 дней, пока это все будет моя семья есть, а я буду свободна от плиты, от кастрюль, от сковородок. Полезная, вкусная домашняя еда уже есть. Осталось это все упаковать и подготовить к хранению. Я вам ближе покажу, что здесь находится. Но начнем издалека. Смотрите, вот здесь 10 баночек вместе с таким универсальным красивым завтраком. Это ленивая овсянка вместе с ягодами, семенами льна. Перекус. Ну, обычно у нас идет на завтрак. Здесь паста вместе с соусом песто, помидорками черри и базилика. Тут 3 контейнера, но каждый контейнер это не одна порция, это несколько порций, видите, большой. Примерно на 2, на 2, на 3 порции, ну, в зависимости от аппетита. Здесь 4 контейнера, то есть 2 примерно завтрака, 2 порции. Гречневая каша с маслом вместе с зеленым горошком и яйцом вареным. Это творожная запеканка, 2 контейнера. И тоже в каждом контейнере сразу несколько порций. Видите? Вот. Тоже хватает на большую семью. У меня 3 детей, хватает. Здесь баклажаны фаршированные вместе с сыром феты. Поближе покажу. Вот они так выглядят. В каждом контейнере по 2 порции и всего таких 5 контейнеров. Здесь пирог с луком и яйцом. 2 пирога я приготовила. 1, 2. Дальше контейнер бифстроганов. Рис со специями. Обычный белый рис. И вот контейнеры, которые красиво так смотрятся. Это сразу контейнеры порционные. Вот я вам покажу. Например, здесь очень удобно, когда можно и основное блюдо, это курица. Какой-то салатик или овощи. И гарнир. У меня здесь рис. Вот 1, 2, 3, 4 порции. Здесь брокколи зелененькая. Рис, перец и говядина бифстроганов. Тоже 4 контейнера. Каждый разделен на 4 таких отсека. Вот такая красота. Так это все выглядит. Целый день работы. Точнее, половина дня